Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Подошел к концу 58 сезон, и это значит, пришло время оценивания ваших конкурсных работ. Меня зовут Ольга Образцова, я член жюри международного конкурса талантов Golden Time Talent. И моя задача – раскрыть потенциал, увидеть тех звездочек, которые отправили нам свои заявки на участие в этом конкурсе, и поставить баллы. Напомню, что наивысшая оценка – это 10 баллов. Сейчас я озвучу результаты оценивания конкурсных работ. И хочу сказать, что все ребята молодцы. Многим я поставила 10 баллов, а некоторым 9, 8, 7. Но вне зависимости от оценки, я вас поздравляю с окончанием сезона и верю, что вы не устанете развиваться и будете нам дарить свое творчество. Ну и начну я с номинации Singer-Songwriter в категории 11-14 лет. Итак, побеждает Мария Тарани, Великобритания. Номинация Singer-Songwriter и категория 31-50 лет. Побеждает Ольга Толл, Израиль. Номинация «Народный вокал». Возрастная категория 31-50 лет. Побеждает Елена Василенко, Украина. Академический вокал. Возрастная категория 31-50 лет. Побеждает Георгий Горшков из Казахстана. Номинация «Рок-вокал». Возрастная категория 31-50. Побеждает Ксения Парт, Украина. Номинация «Акапелла». Возрастная категория 31-50 лет. Побеждает Елена Золотухина, Украина. Номинация «Оригинальный жанр». Возрастная категория 25-30 лет. Побеждает Дарья Пола из Великобритании. Номинация «Кавер». Возрастная категория 31-50. Побеждают Вероника Эрлер, США, и Андрей Шляпин, Украина. Далее, номинация «Караоке». Здесь побеждает девочка Татьяна Кравченко из Польши. Татьяна, я вам поставила твердые 9 баллов с расчетом на того, что вы будете продолжать заниматься и в дальнейшем пришлете нам более сложные произведения, подходящие для вашего голоса. Двигаемся дальше. И у нас номинация «Джазовый вокал», 15-17 лет. Здесь побеждает Марго Маханко. 9 баллов я вам поставила. Марго из Украины. Также, Марго, пожалуйста, продолжайте работать над собой. Я надеюсь посмотреть ваши новые композиции, где вы себя раскроете больше, потому что в этом произведении вы себя не совсем раскрыли. Далее, поп-вокал, групповое пение, смешанный возраст. Побеждает группа Batumi State Musical Center из Грузии. Ребята, браво, вы большие молодцы. Ну и наша самая популярная номинация – поп-вокал. В этой номинации всегда очень много участников. Трудно было выбрать, но, тем не менее, мне кажется, я справилась с этим. Итак, начнем мы с самой младшей возрастной категории – от 6 до 7 лет. И в этой категории побеждает Эвелина Болгар из Молдовы. А в возрастной категории от 8 до 10 лет побеждают Елена Стербет. Елена, я вам поставила 9 баллов. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, потому что это как стимул вам работать дальше над собой. Вы можете больше. И Эрик Вогман из Израиля. Эрику я поставила 10 баллов. Далее, у нас возрастная категория 11-14 лет. Здесь у меня будет несколько фаворитов, и я поставила 10 баллов таким участникам, как Дарина Тумашевица, Латвия, Стефан Корчавец, Украина, Элица Узунова,
Болгария, Злата Каменева и Маргарита Кокухина, Кипр. Та же номинация поп-вокал, возрастная категория 15-17 лет. Побеждают Эмир Зейналов, Украина, Игорь Сейтказинов, Грузия. И еще хочу выделить одну девочку из Кыргызстана, ее зовут Камила Сариева. Я вам поставила 9 баллов, Камила. Я вижу, что вы только начали заниматься вокалом, и вы пока что без преподавателя. Пожалуйста, найдите хорошего учителя, который вам правильно поставит голос. Надеюсь вас увидеть в будущих сезонах. Вы очень хорошая девочка, и я вижу в вас большой потенциал. Но мы двигаемся дальше. Итак, поп-вокал, возрастная категория 18-24 года. Здесь я ставлю 9 баллов девушке, которую зовут Лара Керзнар из Словении. Лара, хочу увидеть другие произведения, где вы раскроетесь больше и работаете над своим голосом. Номинация поп-вокал, возрастная категория 25-30 лет. Ставлю 10 баллов Милане Сариевой из Кыргызстана и Ольге Бажиковой из Эстонии. Я ставлю 9 баллов. Ольга, мне понравилось, как вы поете, но когда вы используете свой голос для высоких нот, нужно варьировать с голосом, потому что очень сильно громко все это слушается. Пожалуйста, проработайте с преподавателем. Номинация поп-вокал 31-50 лет. Тоже очень много было участников в этой возрастной категории. И так получилось, что я выбрала несколько человек, кому поставила 10 баллов. Итак, их зовут Инна Карфиати, 10 баллов Греция, Диона Дольникова, 10 баллов Грузия, Израиль, Марина Замышлева, 10 баллов Украина, Вероника Эрлер, США, 10 баллов и Марина Файн, Израиль, 9 баллов. Марина, я понимаю, что 9 баллов это не 10, это не самая высшая оценка, но тем не менее и не самая худшая. Пожалуйста, в следующий раз пришлите песню, которая раскроет ваш голос, потому что то, что вы прислали, это очень легко для вашего голоса. Ну и закрывает нашу возрастную категорию поп-вокал 51-70 лет. Эдил Басагараев. Я вам ставлю 10 баллов. Эдил из Казахстана. Вот, в принципе, такие у нас получились оценки, дорогие друзья. Что я хочу сказать тем, у кого оценка 8 или 7 баллов. Это не конец, это только начало, это как стимул вам заниматься больше. Пожалуйста, продумывайте с преподавателем, а может быть с родителями, а может быть совместно, какое произведение вы будете использовать для нашего конкурса. Что для меня важно в первую очередь? Ну, как бы шаг за шагом я вам скажу. Подходит ли эта песня вам по голосу? Подходит ли она по возрасту? Подходит ли по тембру и то, как вы передаете песню? Какой сзади вас бэкграунд? Как вы двигаетесь на сцене? И, конечно же, качество видео, качество исполнения. То есть несколько вот этих пунктов, они взаимосвязаны. И все это дает нам результат оценивания. Ну, ребята, я вам всем желаю, чтобы вы преуспели в своих творческих порывах. Я желаю вас еще увидеть в новых сезонах. Но, пожалуйста, для начала поработайте над собой, а потом присылайте новые работы. С удовольствием буду следить за вами. Еще самое главное, не самое главное, но что бы мне хотелось,
Пожалуйста, оставляйте ссылки, где я могу на вас посмотреть, кроме тех песен и музыкальных произведений, которые вы нам присылаете. К примеру, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Ютуб, еще какие-нибудь социальные сети, где я могу посмотреть, как вы поете или как вы играете, как вы танцуете. Бывает, что одного произведения мало, чтобы понять полностью картину происходящего. Поэтому, если у вас есть социальные сети, развивайте их. Люди должны знать о вашем творчестве. На этом все. С вами была Ольга Образцова, Golden Time Talent. Пожалуйста, присылайте ваши конкурсные работы, отмечайте нас, отмечайте на всех страницах в социальных сетях. Golden Time Talent, меня как члена жюри Ольга Образцова USA. До новых встреч и пусть музыка живет в наших сердцах.